Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Сергей Трейсер. Я сегодня снимаю совместное видео с Виталиком Игнатюком. Это блогер с моего города, я не знаю, почему мы раньше еще с ним что-то совместное не сняли. Виталик специализируется на выживаниях в лесу. И, как видите, мы сейчас находимся в лесу. У Виталика на плече есть веревка. Ну, понятно, короче, мы будем снимать 24 часа выживания в лесу. Сейчас мы отправляемся в сторону одного секретного карьера. Виталик, расскажи нам немножко вообще об этом карьере, что это за карьер и чем он так секретен. Ну, я когда-то ходил туда, и там, ну, охраняют, уже у меня был туда поход, и мне очень интересно, ребята говорили, или там добывают какой-то бурштин, золото, короче, он там засекреченный, мы подойдем туда к нему, Серега взял веревку, и мы тихонько спустимся туда и посмотрим. Главное, чтобы сильно не охраняли, я думаю, будет очень интересно. Даже если охраняют, я думаю, нас ничего сегодня не остановит, мы обязательно должны туда спуститься, ну и попытаемся убежать. А потом пойдем себе добывать какую-то еду, сделаем что-то переночевать, какой-то шалаш, и будет очень круто, интересно. А это Боба, ребята, Боба сегодня будет с нами. Боба, поздоровайся с моими зрителями. Короче, Боба классный пес, я думаю, нам сегодня будет весело. Итак, ребята, мы уже подходим к самому карьеру. Виталий говорит, что он здесь раньше был, и раньше здесь была охрана и какие-то, короче, да, на той стороне охране с будкой. Рабочие были какие-то или нет? Что-то работали? Ну просто охранял охранник, там собака была, мы еще убегали. Короче, вот такой вот, ребята, карьер. Очень красиво. Я даже не знал, что у нас такое есть. И сейчас будем спускаться на веревке вон туда, в самый низ. Так, я предлагаю, что ты будешь, короче, первым спускаться. Хорошо. Я тебе сейчас объясню, как все работает. Это, в принципе, не страшно. Итак, ребята, сейчас привязываем вот эту веревку к вот этому вот дереву. Оно, в принципе, не очень толстое, но если мы привяжемся у основания, то корни дерева вот этого, они нас выдержат. Страховка, в принципе, готова. Берем веревку и сбрасываем ее туда вниз. Покажи всем свое фирменное крепление. Забыл, будет так. Но ничего, пойдет. Главное, скотч, он всегда меня выручает. Первый раз и пошел нормально вроде. Виталик уже на полпути спустился, мне его не видно. Сейчас жду, когда он мне там свистнет. Я вытяну систему наверх и к нему спущусь туда же. Я уже наполовину спустился. Вид здесь просто обалденный. Конечно, высота не очень высокая. Ну, от силы, я думаю, тут 15-20 метров. Ну, короче, вид классный, природа. Вот недавно только, можно сказать, зима закончилась. Все, ребята, спустился я. Очень классный тут вид. Можно было бы даже, наверное, покупаться, но сейчас еще холодно, чтобы купаться. В принципе, ребята, мы уже здесь закончили. Сейчас отправляемся на другой карьер. Там мы попытаемся добыть что-то покушать, либо какую-то рыбу будем ловить, либо раков. Я вообще не особо представляю, как это все будет выглядеть. Но сейчас, короче, придем туда, и Виталик по месту нам расскажет. Короче, ребята, мы уже пришли. Я по дороге немного поснимал, но, как оказалось, у меня был в камере выключен микрофон. И я снял очень классный кадр, как Боба поймал ужа. Потом уж вот так скрутился в такой комочек, он взял его целиком в рот. И мы испугались, что сейчас уж во рту у Бобы укусит Бобу изнутри рта. И, короче, был стрёмный момент, я уже вставлю его без звука, вы уже посмотрите, как есть. Короче, блин, буду стараться не забывать больше включать микрофон. Да. Короче, мы пришли уже на второй карьер. Здесь очень красиво. Смотрите, куча моха, такие березки вокруг, сосны. Вот там у меня за спиной какие-то камыши есть. Я так понимаю, мы сейчас пойдем туда добывать себе какую-то еду. Я не знаю, как Виталик представляет, что мы будем рыбу ловить, потому что у нас никаких снастей вроде как нету. А я вырежу себе какую-то палку, заострю ее и буду, как первобытные люди, пытаться добывать себе рыбу. Я думал, ребята, нужно просто заточить палку и можно вот так прокалывать рыбу. Но Виталик говорит, что тут немножко другая технология. Расскажи в двух словах, что ты делать будешь сейчас. Ее нужно расколоть. Ну, ребята у меня знают, кто смотрит, на 4 части. А потом заточить, так как будут 4 таких шипа, и будет уже более реальный шанс поймать, наколоть там какую-то рыбу. Так, возьмем твою мачету. У меня тоже есть, я купил, но я ее не брал. Вот, раскалываем, а потом какую-то веточку вставляем. Спустя немного времени у меня вышла вот такая вот штука. В общем, сейчас немного раздеваюсь и иду туда к Виталику в камыши. Он уже пошел ловить раков. Пока я, ребята, точил эту палку, Виталик уже поймал одного рака. И он даже успел его укусить за сосок. Да, давай попробуем, проверим твой. Не, я не хочу. Ну, как бы я вытерпеть могу, но не знаю, зачем такое делать. Может, давай еще тебе за второй сосок пусть его укусит. Давай.
Блин, они кусают. У них это, кончики острые здесь в конце. Виталик уже понемножку начал добывать нам обед. Пора мне тоже, короче, идти и это, какую-то рыбу ловить. Ну да, в камышах может какой-то нерест, какая-то рыбка трюк. Ну да, сейчас весна, короче, я, наверное, где-то по камышам пройдусь в надежде кого-то, какую-то рыбешку увидеть. Пришел Боба ко мне, будет помогать мне ловить рыбу. Боба, где рыба? Боба, где рыба? Рыба где? Боба, видимо, короче, не знает, где рыба. Блин, такое мерзкое дно. Ну что поделать? Хочется, чтобы мы добыли себе сегодня обед, поэтому придется, наверное, все-таки заходить в воду. Сейчас пройдусь вот так по берегу. Может, даже увижу отсюда какую-то рыбешку, хотя вряд ли. Скорее всего, придется зайти и вот так по камышам где-то пройтись. А, смотрите, уж поплыл. Давайте ужа поймаем. Хотя не, не буду ловить. Боба уже заходит в воду, ищет уже рыбу. Боба, Боба, иди сюда. Боба, блин. Твою мать, там гадюка какая-то большая была, я видел. Боба, иди сюда. Короче, ребята, здесь плавал уж. Боба там только что, я видел, гнался за, не знаю, уж то не уж, но, короче, что-то большое гнался. Виталий говорит, что здесь есть, могут как раз в таком месте водиться змеи. Очень страшно туда и противно залазить, но кушать хочется, поэтому я рискну. Надеюсь, что это видео уже просто за то, что я туда залезу, заслуживает лайка. Короче, ладно. Фух, была не была, погнали. Аж ноги, ребята, сводит. Я не знаю, честно, смогу ли долго так что-то искать здесь. Но пока что рыбы не вижу. А Боба отчаянно пытается что-то там найти. Наверное, хочет найти свою змею. Давайте постоим, замрем. Может, мимо нас проплывет какая-то рыбеха. И нужно молчать. Я постоял буквально 2 минуты. Вообще не двигался. Мимо меня так ничего и не проплыло. Ходить там, короче, стрёмно, потому что это все-таки карьер. Тут какие-то камни, обвалы, мох, мул. Короче, можно реально поломать себе ноги. Поэтому я сейчас где-то обойду в стороне, найду какое-то еще одно более-менее удачное место и опять зайду, на пару минут постою. Опа, нашел. Вот такая вот ракушка. Я не знаю, это обычные речковые ракушки. В них такие мидии, как на море, или нет? Нет? Ну их тоже можно кушать? Нет. Ну попробуем, я сам еще их не кушал. Ладно. Но пополнить, я думаю, какие-то силы можно. Вижу еще одну ракушку. Пришлось намочиться, чтобы ее достать, потому что здесь уже немножко поглубже. Вот такой вот, ребята, у нас улов. Это все мы, короче, поймали сами. Сейчас будем обедать. Выживание выживанием, а обед по расписанию. В общем, сейчас Виталик нам покажет, как он будет с помощью огнева добывать огонь, и на котором мы, в принципе, будем готовить себе еду. Берем, главное, сосновых иголок и натираем теперь наше огнево. Аккуратно, чтобы не дать искру. И так как оно сухое, вот, сейчас быстро загорится. Все, и даем искру. Нифига себе, с первого раза. Все. Ну а что ты думал, опыт уже? Хоть это не так легко, как многие ребята вот купят. Блин, у меня не получается. У нас, конечно же, ребята, уже костер есть, но мне очень любопытно самому стало попробовать, смогу ли я с помощью огнева разжечь костер. Короче, я подготовил здесь немножко вот таких вот сосновых иголок. О, есть. Ну, можно сказать, с этого можно было бы добыть костер, но мы это сделаем вот так вот, чтобы не было пожара. Так, Виталик вскрывает ракушку. Сейчас посмотрим, что в наших местных мидиях внутри. Мерзкая штука на самом деле, но придется нам уже ее как-то кушать. Вот, ребята, уже приготовились наши раки. Вот здесь жарятся у нас мидии, некоторые в самих ракушках, вот некоторые у нас на таком шампуре. Раньше никогда, ребята, не доводилось кушать жареные раки, всегда я их варил, но сегодня у нас такие условия, так что придется пробовать, что уж есть. Горела немножко клешня у него. Но само мясо, в принципе, на вкус точно такое же, как вареное, только, наверное, чуть-чуть больше сухое. Теперь наступил самый такой мерзкий момент. Я отрезал немножко вот этой мидии и сейчас буду пробовать, какая же она на вкус. На вкус она немного приятнее, чем это, короче, выглядит со стороны. Эмоционально это, конечно, сложно кушать, но на вкус приятно. Я думаю, если бы сюда добавить еще каких-то приправ, там еще чего-то, то было бы куда получше все. Шли мы, шли, ребята, и пришли в такой вот лес. Как видите, у меня за спиной куча, короче, каких-то поваленных деревьев, еще что-то. В
В принципе, Виталий говорит, этот лес подходит нам для того, чтобы построить здесь какой-то ночлег. Решили остановиться вот здесь. Сейчас мы будем рыть яму, и вокруг ямы, я так понимаю, строить землянку с вот этих деревьев, которые вокруг нас вот здесь валяются. Набросаем побыстрячку, чтобы сделать, чтобы просто залезть, так как шалаш он продувает, и будет, я думаю, отлично переночуем. Я еще домики не строил, короче, думаю, что будет весело. Я много чего перестроил. Вообще, я смотрел видосы некоторые твои, мне кажется, что вот эти домики, ну, блин, не так просто строить. Сейчас, короче, уже смогу на себе это испытать. Там, конечно, была землянка, там дня три строил. Ну вот видишь, хорошо, что много деревьев валяется вокруг здесь, я не знаю, ветер поломал их или что, или попилил кто-то. Короче, это очень сильно упростит нам задачу. Виталик взял с собой такую вот саперскую лопату и попробовал здесь покопать. Копается очень легко. Я вижу, что там вон есть какой-то вообще песок под низом. Я думаю, что мы сейчас яму быстро выкопаем и уже приступим к строительству нашей землянки. Потому что на улице уже вечереет и хотелось бы закончить наш ночлег до темноты. Копается очень легко. Песок не земля. Спустя немного времени, ребята, мы вырыли вот такую вот небольшую землянку. Сверху вот это все мы прикидаем вот такими же вот бревнами. И, в принципе, нам сегодня должно быть, по идее, тепло. Потому что если мы просто построили домик сверху, то задувал бы ветер, нам бы было холодно. Но под землю ветер, в принципе, надеюсь, попадать не будет, и нам будет тепло. Потому что я себя уже как-то немножко плохо чувствую. Из-за того, что сегодня голыми ногами походил по очень холодной воде, у меня уже тут такие странные ощущения, так что надо эту ночь провести как-то в тепле. Как-то вот так вот, ребята, будет выглядеть наша землянка. Сверху еще будет крыша с бревен. Вот у нас, понятно, слева и справа две кровати. Одна уже как бы проложена бревнами, сейчас я еще правую проложу бревнами, для того, чтобы было теплее спать. Все, осталось крышу только поставить и чем-то ее сверху накрыть, чтобы нас ночью не замочил дождь. Итак, ребята, наша землянка практически готова, мы уже накидали немножко бревен, мы специально ее до конца не доделали. Давайте я вам покажу ее немножко изнутри. Вот это у нас такой вход, здесь мы входим, здесь у нас такой вот коридор и две кровати. Мы их присыпали немножко такими ветками от елки, для того, чтобы нам спалось теплее. Боба уже бегает по крыше. Итак, ребята, наша землянка уже готова. Сейчас Виталик первый туда залазит. Боба, я не знаю, захочет он. Он вообще спит с тобой в землянках или нет? Да, в ногах спит. Забежал, хотя он что-то не очень хотел туда залазить. Короче, ладно, Виталик, давай залазь. И я, короче, уже полезу за тобой. Виталик уже внутри. Как там, Виталик? Удобно, говорю? Да, отлично. Все, я на боку лежу. Все классно. Ну все, ребята, наш ночлег уже построен. Вон там уже скулит Боба. Мы его еле сюда загнали на самом деле. Что могу сказать? На видео, может быть, это кажется, что это легко построить, так землянку, домик. На самом деле, блин, это, короче, сложно. И вообще у нас сегодня такой день сложный был. Я уже немножко умотался, еще, возможно, заболел. Уже себя как-то немножко паршиво чувствую. Сейчас, короче, залазим туда внутрь и, наконец-то, будем отдыхать. Сразу, ребята, чувствуется такой запах от вот этих еловых веток. Ой, вот такой вот у нас вид внутри. Мы уже себе здесь отдыхаем. Если будет дождь, то нам, в принципе, не страшно, потому что, вы, наверное, видели, мы сверху присыпали это все землей. Ветра мы не боимся, потому что мы находимся под землей. Так что я думаю, что мы хорошо выспимся. Единственное, что меня смущает, я вижу, что тут уже летают комары. Вон там лежит Боба. Мы уже отдыхаем себе. Мы уже налазили, блин, замахались, блин. Да, но день сегодня был тяжелый. Да, ну, красота, главное, вот сделали хороший ночлег. Себе тепло, уютно сейчас так. Два тела же греют хорошо. Ну да. Небольшую такую комнату. Все, мне кажется, Боба уснул, у него уже закрытые глаза. Да. Мы отдыхаем. Все, ладно, ребята, будем тоже уже отдыхать. Всем доброе утро, ребята. Боба. Спалось нам, в принципе, тепло. Я думал, будет прохладней. Ну, как бы не то, чтобы совсем тепло, ну, короче, и не холодно. Грязный такой весь вылез. С Бобой нам было спать не страшно. Мы знали, что он нас будет защищать от самых страшных зверей. Если вам, ребята, понравилось это видео, можете поставить ему лайк. Если вам нравятся такие видео, вы можете по ссылке в описании перейти на канал Виталика. У него прям весь канал такими видосами заполнен. Если вам нравится Боба, там, короче, много Бобы в каждом видосе, тоже переходите. Ну, короче, я думаю, что именно этот видос заслужил лайк. Если не подписаны, подписывайтесь, чтобы в будущем не пропускать новые интересные видео. А с вами был Сергей Трейсер. Всем до новых встреч. Всем пока. Всем пока.